А вы любите путешествовать? Когда в последний раз вы, оставив все дела, отправлялись навстречу новым приключениям? А самое главное, рискнули бы вы на длительную поездку по всей нашей необъятной стране? Наши ведущие Антон и Жулдыз отважились на такой шаг. На спидометрах цифра подкрадывается уже к 1000 километрам. В прошлой программе Антон добрался до Алтая, окунулся в историю края, познакомился с интересными людьми, отдохнул в Ясной Поляне и прогулялся вдоль Бухтарминского водохранилища. Красиво. Жулдыз все еще находится в западном Казахстане. Ей посчастливилось побывать в долине сказочных замков Айракты-Шоманай. Говорят, там есть глубокая пещера, в которую нельзя входить. Сегодняшняя программа обещает быть еще более насыщенной. Мы с вами и Антоном отправимся на прогулку по Катон-Карагайскому парку. Заглянем в гости к пчеловодам и насладимся алтайским медом. А если повезет с погодой, успеем и порыбачить на Язевом озере. А вместе с Жулдыз мы побываем на краю плато Устюр. Вы готовы увидеть нечто захватывающее? Тогда мы начинаем! И открывает наше сегодняшнее путешествие Антон. Напоминаем, он рассказывает нам о самых интересных туристических местах восточного Казахстана. Это уникальный по своей природе регион. Он включает в себя 24 национальных заповедника. Их общая площадь составляет 6% от всей территории области. Один из самых красивых и живописных парков признан Катон-Карагайский. Поражает его богатство животного и растительного мира. Стремительные водопады, бурные реки, целебные источники, редкие травы. Не хватит и одной программы, чтобы рассказать о каждой достопримечательности заповедника. Сейчас у нас по национальному парку существует 13 маршрутов экологических. Сейчас в этом направлении работаем. Основное направление у нас туристов в озеро Язовое, дальше под Белуху и водопад Коколь. Каждым годом развивается, развиваем инфраструктуру. Заповедник Катон-Карагайский является одним из самых крупных в стране. Его площадь составляет 640 тысяч гектаров. Основали его в 2001 году. Антон решил немного прогуляться по парку и насладиться красотами природы. Ну а мы с вами перемещаемся на самый край плато Устюрт. Суртузбаир – поистине потрясающее творение природы. Крутые обрывы и каскады глинисто-известняковых отложений, у подножия которых лежит огромный солончак, или как в народе его называют – сор. Тузбаир находится в нескольких километрах от автомагистрали в районе подъема Маната, Мангыстауской области. С дороги видно только две горы, и большинство туристов просто не обращают на них никакого внимания. Но стоит подъехать ближе, как перед вами открывается невероятная панорама на архипелаг Останцевых гор, гребней и утесов Древнего океана. Интересно, что пейзаж зависит от времени суток и погоды. К примеру, в солнечный день горы выглядят так, словно покрыты ослепительным белоснежным ковром, сотканным из бисера. После обеденное время здесь преобладают кремовые оттенки, а на закате властвует устрашающий багровый цвет. Тут идеальное сочетание цветов. Белое – это соль, известняк и облака. Синее – это небо. И желто-коричневый цвет почвы лишь подчеркивает белизну соли. Удивительно, как отличается природа западного и восточного Казахстана. Мангыстауская область – одна, безжизненная, но со своими прелестями – пустыня. И живописный Алтай – потрясающий контраст. Именно здесь сейчас находится наша вторая съемочная группа. Основная гордость Катон-Карагайского парка – уникальный природный мир. На территории заповедника водятся особенные пчелы, которые делают правильный мед. Это лакомство и прославило Алтайский край. Поистине неповторим животный мир Карагая. Здесь обитают редчайшие краснокнижные животные. Снежный барс, красный волк, горный козел Арагли, черный аист, ценная рыба таймень. А я слышал еще, с точки зрения животного мира, здесь какой-то водится на территории парка интересные виды животных. И якобы ставят фотоловушки, очень много
приезжают сюда люди именно вот этих животных увидеть. Вот последние 5 лет занимаемся вот фотоловушками, потому что у нас как краснокнежный снежный барс, который до этого мы насчитывали 12 штук в горах Текеля. Сейчас в данное время работаем им. Вот последние 2 года назад последние снимки были снежного барса. И ману, вот это мы считали исчезнувшим видом, что нашей территории нет, она попалась в фотоловушку. Сейчас на этом направлении работа ведется. Установка фотоловушек наладила систему подсчета представителей дикой природы. По статистике, из года в год их численность увеличивается. На сегодня в заповеднике обитает 336 особей кабарги, 366 бурых медведей. А какое-то, вы можете сказать, какое вот не знаю, интересное место, которое пользуется наибольшей популярностью среди вот, туристов? Наиболее популярным местом является всякие гора Белуха. Рядом есть Кандыктас, это как камень Рериха, который профессор Рерих открыл. В этом направлении много людей ходит. Прошло по нашему национальному парку 1117 человек. Основное направление около 1000 пошли под гору Белуха. И обязательно в эту камню. А вы верите, что через, используя пещеры под горой Белухой, можно подпасть в горы Тибета? Существует такая легенда? Легенда существует. Пока я не могу это сказать. Сами не проверяли? Сами не проверял, но силу камня почувствовал. Ну что ж, спасибо вам большое. Надеюсь, это будет развиваться. И советую всем национальный парк Катун-Карагай. Обязательно приедем, Антон. А бывали ли вы когда-нибудь на неизведанной планете? Нет? А знаете ли вы, что у вас есть такая удивительная возможность? И это плато Устюрт. Здесь, куда ни глянь, пейзажи словно с фантастического фильма. Туристы приезжают сюда в поисках акулиного зуба. Вы спросите, откуда в степи акулий зуб? Много миллионов лет тому назад, еще в кайнозойской эре, тут был мировой океан. А это его дно. Ну давайте мы тоже поищем. Может быть, нам повезет? У самого основания обрыва природная арка. До нее добраться не так просто. Это под силу опытным водителям, которые знают безопасную дорогу по Солончаку. В нескольких метрах расположился сторож Тузбаира, гигантский сфинкс. Изо дня в день он горделиво, словно осматривает свои владения и наслаждается красотами природы. Дорогие телезрители, не забываем про конкурс «Повтори кадр». Для этого вам нужно приехать на сорт Тузбаир, найти вот этого природного сфинкса, стража Тузбаир, и повторить мой фотокадр, разместив его в социальной сети Instagram под хэштегом AcrossVKZachland. Ну что, вы готовы? Поехали! Несколько лет назад в этих местах проводили большую экспедицию. Палеонтологам удалось найти зуб размером с человеческую ладонь. Исследования показали, что это останки древнего морского существа, обитавшего в океане Тетис. Сейчас мы находимся на одном из старинных навесных мостов над рекой Бухтарма. Ну, мост не очень широкий, поэтому если вы хотите его пересечь на машине, имейте в виду, что только легковые автомобили не очень широкого спектра могут здесь проехать. Ну, подобные мосты раньше использовались повсеместно, сейчас, конечно, пришли в негодность, требуют больших забот, больших вложений. Но, как видите, у нас здесь стальной канат, и мост, кстати, очень сразу понятно, почему называется навесным, потому что немножко шатается. Поэтому пойду-ка я на ту сторону. А направляется Антон на настоящую алтайскую пасеку. На международный рынок они поставляют 70% казахстанского меда. Молва об этой сладости распространилась по всей Евразии еще 3 века назад. Путешественники отмечали, что в Алтайском крае реки текут молоком и медом. Только успевай черпать. В 19 веке здешние пасечники отправляли обозы с душистым медом к императорскому двору. И по сей день в Восточном Казахстане, что не деревня, то медовый рай. Что ж, пойдем знакомиться с пчеловодами. А пока Антон в пути, мы расскажем вам об еще одной достопримечательности Тузбаира – араны. Это каменные охотничьи загоны для степных сайгаков. Здесь они находятся еще с древности. Местные жители рассказывают, что араны использовали даже в 30-х годах прошлого столетия. Ну а сегодня это исторические памятники хозяйственного освоения плато Устюрт, которые так привлекают любителей приключений. Я турист, путешественник, геолог.
Очень много путешествую по миру, по Казахстану, по России. Но скажу вам, могу сказать вам точно, что наши места казахские, казахстанские, наиболее живописные, красивые, неизведанные. И, наверное, нам жизни не хватит, чтобы посетить все ее уголки. Я всем рекомендую посещать наш красивый Казахстан, наш гостеприимный Казахстан. Жулдыз все еще не теряет надежды, чтобы отыскать какой-нибудь древний сувенир. И пока ведущая вот уже в который раз отправляется на поиски, Антон уже вовсю изучает профессию пчеловода. В здешних местах есть 225 видов медоносов. Это благодаря уникальным природным особенностям. У каждого поселка свой микроклимат. К примеру, вдоль Бухтармы раскинулись бескрайние луга. И местные пчеловоды на протяжении лета каждую неделю собирают новый урожай пчелиного лакомства. А вот в горных районах травы отцветают намного быстрее. И здешний мед в основном восковой, темный и с хвойным привкусом. У многих покупателей возникает вопрос, а какой же мед самый лучший? Ответ на это только один. Все зависит от ваших предпочтений. Оказавшись на алтайской пасеке, складывается впечатление, что у пчеловодов самая прекрасная работа. Повсюду цветы, свежий воздух, внизу шумит речка, пахнет душистым медом, а вокруг жужжат пчелы. Умиротворяющая атмосфера. А еще у пчеловодов отменное здоровье. В пчелином яде содержится много полезных веществ для человеческого организма, которые защищают от различных вирусов. Поэтому те, кто занимается разведением пчел, давно позабыли о таких проблемах, как простуда или грипп. Алтайский край известен не только своей великолепной природой, но и особой мудростью местного населения, которое буквально извлекает пользу из самого воздуха. Знаменитый алтайский мед своими вкусовыми и целебными качествами – это не единственное, что вы можете получить на местной пасеке. Существует целый пласт медицины под названием улетерапия, или же биорезонансная терапия, при которой вы буквально спите на улье, получая при этом максимальный релаксационный и медицинский эффект. Спать на улье с пчелами. Конечно, на такое отважится не каждый. В первую очередь, при виде ульев с пчелами, у многих сразу же возникает психологический барьер. Однако пчеловоды в один голос твердят – процедура эта безопасна. Напротив, приносит только пользу. В данной методике, в отличие от апитерапии, это лечение пчелиным ядом. Укусы пчел здесь полностью исключены. Сможет ли Антон побороть свой страх перед пчелиным роем? Ну а пока Антон размышляет, давайте рассмотрим, как обстоят дела у нашей второй съемочной команды. Смотрите, я нашла действительно акулий зуб, мне очень повезло. Да, действительно, ценнейшая находка. А теперь двигаемся дальше. И наша вторая точка – урочище Бозжыра. Находится оно в западной части плато Устюрт. Когда-то здесь был древний каньон. Высота холма составляет 287 метров. Возраст этих гор и скал насчитывает миллионы лет. Туристы приезжают сюда со всех уголков Казахстана и ближнего зарубежья. И это неудивительно. Вы только посмотрите, ты словно оказался в фантастическом фильме на какой-нибудь планете Криптон. Эти две горы называют клыками Устюрта. Ученые утверждают, что гора раздвоилась из-за внешних факторов – ветра и солнца. За много веков склоны осыпались и приобрели вот такие причудливые формы. Бозжыра – величественное творение природной стихии Устюртского плато. В этом месте плато круто обрывается глинисто-известняковых ступеней. Природной формации это называется чинг. Природа тут дала полную свободу своей фантазии и сотворила неземной ландшафт в меловых тонах. Нередко здесь проводят экспедиции, и ученые находят самородки кремния, из которого древние люди делали наконечники для стрел. Ну а если приглядеться, то можно рассмотреть окаменевшие ракушки или останки рыб эпохи мезозоя. Час времени, приятная усталость, и мы на пике Бозжыры. Если вы сюда решили приехать и покорить эту вершину, обязательно берите с собой удобную обувь, потому что места тут малоизвестны и труднодоступны. Не проложен туристический маршрут. Да, полуостров Мангышлак просто создан для любителей древности и фантастики.
Вот только помните, что приезжать сюда нужно на хорошо подготовленной машине. И не стоит торопиться, передвигаясь по урочищу. Здесь встречаются промоины, затрудняющие проезд. Зато Алтайские горы созданы для пеших прогулок. А вот и наш Антон. Сегодня он заглянул в гости к семье Климовых. Заведует здесь всем хозяйка Вера Павловна. Это не просто пасека, а целая арт-резиденция. Удивительно, как женщина сумела создать сказочную атмосферу в самом сердце Алтайских гор. А помогли ей в этом художники из Словакии, России и Белоруссии. На каждом шагу установлены арт-объекты. Каждый интересен по-своему и со своей историей. Подобные инсталляции в дикой природе – просто фантастика. А вот это вот у нас... Что? Гостевой дом. Это гостевой дом. Да. Расскажите, что это за гостевой дом? Это гостевой дом, где мы принимаем гостей. У нас вот есть две спальни, большой холл для отдыха. Вот давайте зайдем в спальню. Вот это ручной работы кровати. Ух ты! Да. Вот тумбочка такая интересная. Мы при строительстве этого гостевого дома мы старались учесть, чтобы все было экологическое. Туристы заглядывают сюда не только за оздоровительными процедурами, но и просто отдохнуть после долгой дороги, выпить чаю в приятной компании. Двери дома Веры Павловны открыты для всех. А Антон все никак не может решиться на ульетерапию. И для начала решил все подробно разузнать. Это пчелолежанка. Вот это? Да. Две пчелолежанки. Ага. Сейчас мы... откроем и покажем. Здесь четыре пчелосемьи. О-о. Вот одна пчелосемья, вторая, третья, четвертая. Ага. Ну, чтобы вы убедились, что это действительно там есть пчелы, я сейчас приоткрою. И вы увидите, что там реально есть пчелы. Пчелки, которые живут своей жизнью. Ух ты! Здравствуйте, пчелки! Видите? Так, закрываю, чтобы лишний раз не беспокоить. В пчелолежанке есть прорези. Так. Эти прорези для того, чтобы теплый воздух из улья грел вас, когда вы ляжете на эту пчелолежанку. Чтобы получить оздоровительный эффект, нужно лишь несколько часов поспать на ульях. Отдых на пчелиных ульях положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, а микровибрации, создаваемые пчелами, образуют мощную биоэнергетику. Так что еще и заряд бодрости обеспечен на целую неделю. У вас просто от того, что идут такие вот невидимые вибрации, гул пчелиной семьи, запахи вот эти, они вас просто потихонечку-потихонечку усыпляют. Вы засыпаете. Это как бы самый ленивый метод оздоровления. Просто лежать, да, и позволять процессу. Вы просто-напросто спите, а процесс идет оздоровления. Ученые доказали, что даже простое пребывание на пасеке и наблюдение за жизнью пчел положительно влияет на психику человека. А потому пчеловоды по статистике считаются самыми стрессоустойчивыми людьми. И прямо сейчас мы отправляемся к нашей второй съемочной группе во главе Жултыс. Находятся ребята в урочище Божжира. Это излюбленное место не только туристов. Очень часто здесь снимают рекламные ролики и устраивают фотосессии. А знаменитый казахстанский певец Батырхан Шукенов снял свой клип. Урочище занимает огромную площадь. Места тут труднодоступные и малоизвестны для посещения туристов. Наиболее известной точкой является подножие Клыков. Тут можно разбить палаточный базовый лагерь и совершать пешие прогулки в разных направлениях по долине. И кто знает, возможно, когда-нибудь именно здесь начнутся съемки очередной серии «Звездных войн» или другого фильма в стиле фэнтези. Ну а если вы захотите когда-нибудь посетить урочище Божжира, вот вам несколько советов. Добраться сюда непросто, поэтому лучше взять услуги гида. Что касается погоды, то климат здесь суров и непредсказуем. Не забудьте взять с собой теплые вещи. Даже летом, в ночное время, здесь бывает очень холодно. Лучшее время для путешествия, конечно же, лето.
места. В дождливый сезон все дороги размыты. Поверьте, поездка на плато Устюрт запомнится вам надолго. Давайте открывать неизведанный Казахстан вместе. Утро следующего дня наша первая съемочная группа встретила на берегу Язевого озера. Находится оно на высоте 1654 метров над уровнем моря. Отсюда открывается потрясающий вид на гору Белуху, царицы Алтая. В хорошую ясную погоду она отражается в озере. Погода здесь своенравная. Идут частые дожди, бывает густой туман. Потрясающая панорама привлекает туристов-фотографов, художников с ближнего и дальнего зарубежья. Условия проживания здесь довольно простые, однако люди приезжают сюда круглый год. На берегу Язевого озера можно найти отдых каждому по душе. Кто-то будет ближе к природе, чтобы ночевать в палатках под этими соснами, а кто-то выбирает ночевать вот в этих вот прекрасных домах. Доброе утро. В которых есть чудесный горячий чай для согрева путешественников, конечно же, крыша над головой, печка, которую можно топить, и самое важное – баня. Баня! Открытие! Первым делом Антон решил прогуляться к озеру. Вода довольно прохладная, но в жаркую погоду вполне можно купаться. Сегодня нам не повезло, моросит дождь, прохладно. Вот поэтому, отправляясь к берегу озера высоко в горах, обязательно берите с собой резиновые сапоги. Спасают и делают проход по подобному ковру безопасным. Интересное ощущение, но, конечно, будьте очень осторожными. Фух! А! Вот он, пошел ковер, тот самый, о котором говорили. Интересное ощущение, потому что земля под ногами пружинит, и там возникает вода. Вот она рядом, и ты как будто идешь по воде. Ну все, конечно, проваливается, но идти вполне... Я в порядке. Я норм. А наше путешествие продолжается, и прямо сейчас мы вновь исследуем Западный Казахстан. Дорогие телезрители, не забываем про наш конкурс «Повтори кадр». Для этого вам нужно приехать на Абожжи.ру, сфотографироваться возле этой скалы и разместить ее под хэштегом «Экросвеказахленд». И тогда вы получите возможность получить ценные призы от нашего телеканала. Что, готовы? Поехали! За несколько сотен метров отсюда кажется, что ты приближаешься к священным римским пантеонам. Это знаменитая гора Щеркала. Высота склона составляет 200 метров. К горе возможно подойти, но нет возможности подняться. Старожилы поговаривают, что в древности на вершину можно было добраться с помощью потайного лаза. Сегодня его уже нет. В народе также ходят легенды, что в гротах и пещерах живут духи умерших когда-то здесь людей. Поэтому подниматься на вершину горы никто не осмеливается. Гора Щеркала и ущелье Туреш по праву считаются одними из лучших туристических мест нашей необъятной родины. Если в Западный Казахстан люди стремятся из-за космических пейзажей, то большая часть туристов Восточного Казахстана приезжает сюда только ради того, чтобы полюбоваться Белухой. Это наивысшая точка Алтайских гор. Добраться до пика можно только на вертолете, лошадях или пешком. Антон вот уже битый час гуляет вокруг озера в надежде увидеть хоть край заснеженной вершины, и все попытки тщетны. Поэтому пока ему пришлось довольствоваться лишь катанием на катамаране. Я плыву на катамаране! Длину озера 3 километра, ширину 700 метров. Глубину не так достаточно сильно, всего лишь 7-8 метров. Но есть отдельные ямы в этом озере, которые достигают 30 метров, поэтому осторожнее, не провалитесь. Здесь из рыбы водится знаменитая рыба язь, поэтому, собственно, и Язевое озеро. Но вокруг озера водится огромное количество комаров, поэтому, если вы едете сюда отдыхать, обязательно запаситесь огромным количеством репеллентов. Они едят просто везде и все. Такую толстую одежду. Озеро славится хорошей рыбалкой. Это единственный водоем в регионе, где водится язь. Кстати, если вы заядлый рыбак, то вам следует заранее побеспокоиться о покупке лицензии на ловлю рыбы. Сделать это можно в офисе национального парка. Ну что ж, Катун-Карагайский национальный парк и озеро Язевое встретили нас девственно чистой природой, к
кристально чистым воздухом, прекрасными видами и, к сожалению, скрывшейся сейчас горой Белуха. Но наше путешествие продолжается. Напоминаю, что вы можете следить за нами по хэштегу Across the Kazakh Land. Впереди нас ждут рахмановские ключи. Мы поедем греться и сбежать от комаров. Сегодня мы открыли для себя много нового и интересного. Лунные пейзажи Мангыстау еще долгое время будут манить нас своей красотой. А Алтайский край зарядил нас своей чистой космической энергией. Наше путешествие продолжается. Увидимся совсем скоро.